В рамках реализации проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья» активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали участников турнира по мини-футболу, который прошел в здании физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Горки-2. Спортивное мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Турнир по мини-футболу проходил в возрастной группе от 10 до 13 лет. Испробовать свои силы на футбольном поле собрались 5 команд. При этом соревнование проходило в напряженной борьбе.